Всем доброе утро. Это первый проезд GMT 1 августа, первый день последнего месяца календарного лета. Погода на море немного ухудшилась. Присутствует волны, ветер юго-восточный, вот как по погоде. Народ купается, но так же, как и в Витязево, скорее всего, купание запретят. Сегодня вот волны, да, еще раз говорю, ветер. Не очень приятно заходить в воду. Но люди все равно пытаются искупаться. И небольшой вид на первый проезд с дюны. Что хочу сказать по ощущениям. Искупался в море. Несмотря на ветер, вода очень теплая, море прогрето. И когда выходил из моря, вообще не ощущал ни ветра, ничего. То есть было тепло, достаточно комфортно. Поэтому, в принципе, если далеко никуда не заплывать, там около берега окунуться, очень приятно и очень прям радует, кайфово. Ну, а вот такая вот панорамка с дюны от первого проезда в сторону Витязева. Вот. Люди все равно приходят, загорают, купаются. Внештатный корреспондент Владислав, специально для канала Юра Азаровского. Всем привет!